В эфире новости Карелии. В студии Юлия Степанова. Здравствуйте. И вот некоторые темы этого выпуска. И можем отправить это изображение этой картинки на консультацию в другие города, в другие ЛПУ, для того, чтобы проконсультироваться, поставить более точный диагноз. Республиканский онкологический диспансер получил новое оборудование. И мы будем доказывать, что это наш ребенок, и он вернется в семью, чего бы нам этого не стоило. Годовалый Богдан Шевченко из Петрозаводска остается в Волгограде. Его родственники пытаются вернуть ребенка в семью. Он такой гостеприимный. Тяжеленький такой. Да, косолапый. Ну, как и должно быть. Карельская мастерица приготовила подарки к столетию республики. Среди школьников Карелии три новых случая коронавируса. В лицее номер 40 и в школе номер 3 в Петрозаводске и в школе поселка Мелиоративный Прионежского района. Одноклассники заболевших и педагоги, контактировавшие с ними, переведены на время карантина на дистанционное обучение. В училище Олимпийского резерва, где недавно была зафиксирована вспышка коронавируса, карантин наоборот заканчивается. С понедельника студенты вернутся к обычному формату обучения и тренировок. На этой неделе коронавирус также был обнаружен в школе поселка Элисон-Ва, академическом лицее, финно-угорской школе и в автотранспортном техникуме Петрозаводска. За прошедшие сутки в Карелии зафиксировано 28 новых случаев коронавируса. Выздоровели 35 человек. Годовалый Богдан Шевченко остается жить в приемной семье в Волгограде. Такое решение Петрозаводский городской суд вынес накануне. Напомню, 9 месяцев назад социальная служба забрала малыша у пьяной матери, а вскоре отдала не отцу и бабушке, а в приемную семью Власовых. Родственники борются за право воспитывать Богдана. Опекуны не хотят идти на уступки. Они добиваются проведения теста ДНК. Вот, который мне не нужен, потому что я считаю себя биологическим отцом. Также они добиваются того, чтобы исключить в актовой записи свидетельство о рождении Богдана. То, что я являюсь отцом, они хотят исключить эту запись. Но они не предоставили альтернативу. Вот в Верховном суде мы сейчас будем обжаловать это все. Позиция опекунов мальчика строится на заявлении самой мамы Богдана, Елены Шевченко. В разговоре с врачами и соцработниками она говорила, что у ребенка другой отец. Однако теперь отрицает эти слова. Сегодня в суде она пояснила, почему так произошло. То есть она с этим мужчиной другим рассчитывала на серьезные долгосрочные отношения и предполагала, что Богдана, конечно, он и будет воспитывать. Поэтому уже, так сказать, заранее, да, заочно указывала его в качестве отца. Хотя вот сегодня в суде, когда нужно было говорить правду и только правду, она четко пояснила, что отцом биологическим является Алексей Шевченко, ее бывший муж. Несмотря на то, что мать подтвердила отцовство Алексея, суд принял решение в пользу приемной семьи Власовых. Для родных Богдана это стало полной неожиданностью. Однако они не сдаются и будут подавать апелляционную жалобу в Верховный суд. Мы будем добиваться правды, будем добиваться справедливости и будем делать все возможное, что от нас требуется для возвращения Богдана в родную семью, к родному брату. Это Шевченко Богдан, это мой племянник, это его родители, правомочные, не лишенные родительских прав, Шевченко, Алексей и Елена. И мы будем доказывать, что это наш ребенок, и он вернется в семью, чего бы нам этого не стоило. До сих пор неразрешенным остается вопрос, законно ли петрозаводская опека передала Богдана в приемную семью. Заседание по этому иску суд отложил на неопределенный срок. Пока же мальчик живет в Волгограде у приемных родителей. Республиканский онкологический диспансер получит новое оборудование общей стоимостью более 290 миллионов рублей. Это позволит быстрее и точнее диагностировать заболевания. О том, какую технику уже приобрели для диспансера, расскажет Даниил Филин. Если раньше для проведения некоторых исследований пациенты были вынуждены обращаться в медицинские учреждения за пределами республики, то теперь такой необходимости нет. В рамках национального проекта здравоохранения в распоряжение специалистов республиканского онкологического диспансера поступило новое оборудование общей стоимостью 130 миллионов рублей. Было получено оборудование, обновленное оборудование для цистоскопии, манипуляционные цистоскопы для катетеризации мочеточников, которые у нас были устаревшие до этого. В среднем в год, наверное, до 10 случаев, когда нужно. Без этого аппарата очень сложно обойтись было, и мы вынуждены были прибегать к помощи других учреждений или вообще направлять пациентов куда-либо. В хирургическом отделении появились современные операционные столы. Во время операции хирург с помощью пульта управления может изменять положение стола. Это исключает целый ряд осложнений, связанных с неудобным расположением пациента. Мы впервые увидели на центральной базе в Институте Петрова, в головном учреждении,
нам очень понравился, и, конечно, мы хотели именно такую модель себе заказать. Он отличается от предыдущего удобством расположения ног пациента, когда основная опора идет на стопу, а не на область подколенную. Новый сканер микропрепаратов может обрабатывать до 60 образцов одновременно. Картинка получается такая же четкая, как с электронного микроскопа. Изображение, да, вот микропрепаратов. И можем отправить это изображение этой картинки на консультацию в другие города, в другие ЛПУ, для того, чтобы проконсультироваться, поставить более точный диагноз. До конца года ожидается поставка магнитно-резонансного томографа, маммографа, лазерного хирургического комплекса и другого оборудования. Общая сумма – более 160 миллионов рублей. Даниил Филин, Владислав Петров, служба новостей. Животноводческую ферму села Видлица присоединят к племенному хозяйству «Ильинское», одному из крупнейших производителей молока в республике. В ходе рабочей поездки в Оланецкий район глава Карелии Артур Парфенчиков посетил оба хозяйства и пообещал продолжить работу по поддержке сельхозпредприятий. Подробнее расскажет Наталья Ильина. Ну что, пойдемте, покажу тогда. Глава Карелии осматривает племенное хозяйство «Ильинское», к которому в ближайшее время присоединят животноводческую ферму из Видлицы. Такое объединение перспективно, поскольку в Ильинском есть профессиональный опыт и современная техника. В этом году при поддержке Минсельхоза закупили кормоуборочный комбайн и экскаватор для проведения мелиоративных работ. Строятся новые помещения. Но помощь все же понадобится. С финансовой точки это нужна сегодня помощь, ну, правительства нужна, потому что сегодня отвлечение от Ильинского средств тоже. Ильинское должно дальше развиваться, потому что любая остановка и неразвитие, она приведет в обратную сторону. Конечно, проблемы будут, без проблем, ну как, ну надеюсь, справимся с помощью, конечно, с помощью правительства. Иначе это, конечно, финансовое, если ляжет только на предприятие, это будет очень тяжело. Совещание продолжили вечером в Видлице. В результате слияния двух предприятий поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве вырастет более чем на 600 голов. А работники Видлицы смогут работать в своем селе, но формально перейти в новое хозяйство. В дальнейших планах объединенное предприятие ждет модернизация. Можно по роботам подумать тоже. Будем. Нет, вот съездим в Белгород, посмотрим этот двор все-таки. Роботов? Нет, не робота, а подоильный зал на 200 голов, и один человек просто обслуживает это все. И недорогой проект. Можете действительно его, так сказать, подумать, сделать. Да, посмотрим это, съездим. Процесс объединения уже запущен. Осталось завершить куплю-продажу, переоформить работников и наладить технологический процесс. Наталья Ильина, Алексей Миронов, Оланецкий район. В Карелии ищут доноров костного мозга, а прокуратура ищет мошенников, которые притворяются сотрудниками банка. Об этом и не только, расскажем коротко. В организациях Карелии набирают доноров костного мозга. Стать донором не больно и безопасно, но минута вашего времени может спасти пациента с лейкозом. Подробную информацию можно узнать в группе Карельского регистра доноров костного мозга. За последнюю неделю в МВД по Карелии поступили заявления от пострадавших, которым позвонили лжесотрудники банков. Общая сумма хищений составила более 2 миллионов рублей. О телефонах мошенников пострадали жители Карелии в возрасте от 22 до 89 лет. В Кондопоге 14-летний школьник скончался от отравления токсичным веществом. Предположительно, причиной смерти подростка могла стать передозировка наркотиков. По данному факту проводится проверка. 90 тысяч рублей компенсации взыскали с Петрозаводского детского сада, где в апреле этого года 4-летняя девочка сломала руку. Журавли остановились на стоянку в поселке Шуя. После небольшого отдыха пернатые полетели дальше. До 20 тонн охлажденной рыбы в день сможет производить завод, который строят в деревне Рауталахте Питкяранского района. На нем будет создано 35 новых рабочих мест. О том, как развивается рыбное производство в Карелии, в нашем сюжете. Бизнесмен Андрей Каледа расширяет свое рыбное производство в Рауталахте. В 2005 году он создал сеть хозяйств, специализирующихся на разведении радужной форели на Ладоге, а два года назад организовал ее переработку. Сейчас предприятие производит до 2000 тонн свежей форели. Свою продукцию оно отправляет не только на прилавки Карелии, но и в Москву и Санкт-Петербург. И теперь возникла необходимость в развитии производства.
строим, ну, фактически небольшой, условно, рыбоперерабатывающий завод, да, соответственно, мощностью, ну, примерно где-то обработки 15-20 тонн ежедневно, если мы говорим про охлажденную рыбу. Одновременно с этим, в принципе, то есть та модель бизнеса, которая у нас существует на нашем предприятии, мы пытаемся максимально полностью заниматься переработкой рыбы, да, потому что мы выпускаем номенклатуру порядка из 20 наименований, это и пельмени, котлеты, фарш, горячее, холодное копчение, ну, очень много всего. Строится новый завод на базе старого здания бывшего зверосовхоза. Запуск предприятия планируется в январе будущего года. Во время визита Артура Парфенчикова в Питкяранский район владелец компании смог обсудить с главой Карелии возможность полной переработки рыбы и расширения каналов сбыта. Необходимо не просто перерабатывать рыбу, но есть, условно говоря, побочные такие продукты, как, условно, рыбий жир, да, который, в частности, также необходимо не просто утилизировать, да, то есть, а перерабатывать и предлагать его также дополнительно в качестве, ну, отдельного продукта. Предприятие уделяет внимание и сохранности водоемов, в которых находятся садки с рыбой. Ил со дна поднимают, высушивают по особой технологии и превращают в удобрение. Этот опыт заинтересовал и другие форелеводческие хозяйства Карелии. В будущем предприниматель планирует выйти и на туристический рынок, разместив возле уже существующего кафе кемпинг или даже гостиницу. Артур Парфенчиков предложил Андрею Калиде стать инициатором новой традиции – ежегодно в День рыбака, во второе воскресенье июля, праздновать и День Рауталахти – сельский праздник для жителей и гостей Приладога. Алексей Неживенок, Владислав Будников, служба новостей. В Петрозаводске открыли памятник, посвященный 60-летию завода «Петрозаводск-МАШ», а также 75-летию атомной промышленности России. Подробнее о работе одного из ведущих предприятий Карелии расскажет Анна Касьянова. Модель атома с камнем посередине. Новый памятник, созданный архитектором Андреем Гречкиным, теперь украшает территорию одного из главных промышленных предприятий города. Первый камень в основании Петрозаводск-МАШа был заложен в день 40-летия Карелии. В этом году республике исполняется 100 лет, а заводу, соответственно, 60. Артур Парфенчиков поздравил работников предприятия с юбилеем. Очень важно, что сегодня Петрозаводск, один из немногих, кстати, городов не только, наверное, России, но и мира, может себя с гордостью причислять вот к таким серьезным машиностроительным центрам именно в атомной промышленности. Сегодня же на территории предприятия торжественно открылся первый в Северо-Западном федеральном округе Центр оценки квалификации в машиностроении, позволяющий проводить независимую оценку квалификации специалистов. В целом, последние годы на заводе проведена масштабная модернизация. В цехах установлено новое, высокотехнологичное оборудование. Сегодняшние цеха не узнать по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Сегодня это прекрасно оснащенное оборудованиями, оборудованием цеха – это обученные люди, заинтересованные, которым нравится работа. Я надеюсь, что она вам нравится. 10 лет назад Петрозаводск-МАШ стал частью машиностроительного дивизиона «Росатома», начав производство деталей для атомных электростанций. На заводе производится значительная часть оборудования так называемого «ядерного острова» атомной электростанции. Кроме этого, предприятие – единственный в России поставщик блокированных труб главного циркуляционного трубопровода, соединяющего все оборудование АЭС. Здесь разработана и освоена собственная технология их изготовления. Свои заказы на предприятии размещают и многие зарубежные партнеры. В этом году у Петрозаводск-МАШа стоит задача по отгрузке на турецкую станцию, стоит задача по отгрузке в Бангладеш. Значит, это первые блоки Акуэ, соответственно, и первый блок Рупура. И в этом году он грузит единственная российская станция, которая у нас есть в портфеле, это Курская АЭС. Благодаря успешной реализации инвестиционных проектов предприятие и дальше намерено развиваться и увеличивать объемы производства. Анна Касьянова, Владислав Будников, служба новостей. Власти американского города Дулут провозгласили 9 сентября днем ладьи. Соответствующее решение подписала мэр Эмили Ларсон. Новый для города праздник прошел в честь экипажа ладьи «Пилигрим», построенной в Петрозаводске по чертежам 18 века. Напомним, 31 августа капитан Сергей Синельник и его команда прибыли в Дулут, побратим Петрозаводска, проделав путь длиной в 12 тысяч морских миль. Смелое кругосветное морское плавание, начавшееся в карельской столице, находится в самом разгаре. В своем заявлении мэр подчеркнула, что оба города связывает давняя дружба. В Дулуте ладью приняли очень тепло. Путешественников узнают даже на улицах города.
Просто однажды позвонили и спросили, не нужна ли вам шерсть. Министерство культуры совместно с Министерством сельского хозяйства республики снабжают карельских ремесленников материалами. Да не простыми. Завесу тайны приоткроет Ксения Ларина. Вот, кладем. И второе чесалка. Да. И вот таким образом? Да. Только нужно, чтобы она прилипла, да, наверное? Если вы думаете, что вычесывать шерсть просто, вы сильно ошибаетесь. Любовь Антонова, как профессионал, надо мной, конечно, подшучивает. Честно признаюсь, делать валенные игрушки не так-то легко. Сколько это времени у вас займет? Я долго простою. Поэтому мы вам сейчас... Вот, подложим мышку, как будто она так и получилась. Тыкали. Наша волшебная мышка сделана из шерсти редкой породы овец – Oxford Down. Их привезли к нам в Карелию из Финляндии. Живут пушистые парнокопытные в Лахденпохском районе. Это стадо одно на всю Россию. Жительница Медвежегорского района Любовь Антонова получила шерсть этих овец не случайно. В правительстве республики предложили наладить взаимодействие фермеров и ремесленников. Такие уникальные материалы получат всего 30 мастеров, занимающихся войлоковалянием, прядением и вязанием. Любовь – одна из них. Но внезапно, да, с Министерства культуры мне позвонили и сказали, что шерсть пришла и можно забирать. Естественно, мы отложили все дела. Просто спросили даже, сколько ее дадут. Нам сказали, берите сколько хотите. Ну, в принципе, да, было 10 мешков. И они старались обеспечить вот отдаленные населенные пункты. Год назад мастерица официально оформила свою деятельность и получила государственную субсидию в размере 200 тысяч рублей на открытие своего дела. Судя по всему, это было несложно. Она заслужила одобрение, предоставив свои экспонаты, которые поразили просто сердца наших членов комиссии. Это позволило ей закупить необходимое оборудование, чтобы расширить спектр своих изделий. Кажется, что Любовь умеет все. Фотографирует, шьет одежду, делает из шерсти картины и игрушки. Сама выпекает из полимерной глины детали для своих работ. Радушного карельского медведя она сделала специально ко дню рождения нашей республики. Он будет участвовать в конкурсе «Карельский медведь», объявленном Министерством культуры. Он такой гостеприимный. Тяжеленький такой. Да, косолапый. Ну, как и должно быть. Похожий сувенирный мишка был сделан и для одного особенного гостя. Но, к сожалению, вручить ему подарок лично пока не удалось. Любовь, если я не ошибаюсь, то вот этот карельский мишка был сделан специально для главы Республики Карелия. Артур Олегович, приезжайте в Медвежегорск. Здесь вас ждет подарок. Да, ждет. Работы Любови Антоновой популярны не только в Карелии. Они разлетаются во все уголки России. Совсем недавно мастерица подала заявку на участие в еще одном конкурсе. Придумано и сделано в Карелии. Его победители, кроме призов, получат уникальную возможность продемонстрировать свои работы на выставках в Петрозаводске и в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства в Москве. Ксения Ларина, Варвара Ермоленко, служба новостей. И на сегодня это все новости, о которых вам успела рассказать наша служба новостей. В студии была Юлия Степанова. До встречи!